Дрон, блядь, полетел. С моих трусов надо было. А на море белый песок. Сыпется песок из трусов. Можно да. Ой, ебать, я, блядь, вспомнил нахуй трек. Ну, кстати, правда, онлайн реально просел. Вот чел заметил, реально просел онлайн. Я не знаю, с чем это связано, блядь. По идее, это должен был быть январь, а сейчас уже, блядь, по идее, ну, март скоро, блядь, я хуй знает. Потому что январь ты к многим... Ребята, я просто, блядь, скатился нахуй! Все. Да нет, нету... у многих скатился онлайн. Ну, короче, хуета какая-то вот эта. А мне понравился. О, про Ксюху трек! А у него, кстати, видишь, что у него продакшн растет, типа, блядь, он все пиже и пиже делает, блядь, по звуку. Бустер это, блядь, да всем похуй на этот стрим, ёб твою мать, блядь, и чё нахуй, шо стрим, блядь, поебать нахуй, скажите, блядь, кому не поебать здесь, блядь. Ну, очевидно, что кто тут сидит, тому поебать. Да, типа, кто не сидит, тому не поебать. Ну, чё там, блядь? Логично, слушай, бля, Вов, ты сегодня вот прям такой вообще крутой. Я сегодня поедешь. Умный. Ребята, если вы хотите дышать, дышите, блядь. Ауф. Ебать, я скроллинул, нахуй, чуть не обосрался. А вдруг там бан был бы? Сейчас. Я думал, понял, нажал на пробел, типа, оно воспроизведется дальше. Мы запрягаем наши вещи в лошадь. Я забираю тебя к себе просто. Скачем мы с ним вместе в этом поле. Смотрит дева на... Так. Вот это биток интересный. Слушай, вот это ненормально. Блять, да что-то как такое ощущение, что все одинаковое. Про что я вот, ну, не запоминается, честно. Типа. Я, блядь, не понимаю разницы. А в чем разница? Ну, я понимаю, что это фишка альбома, он в одном стиле выпускается. Но вот я, например, три трека прослушал, пускай проскипал, но я, блядь, не помню, о чем предыдущий. Они какие-то все одинаковые, что ли? Просто слова меняют. А на море белый песок прикольно. Ну, белый песок, да, вот он запомнился, потому что он первый был. И он еще ассоциируется со старым треком. Да, да, да. Ну, вот это прикольно. Передаем не за проезд. Охуенно. Понял? Красиво. Цыц. Ребята, не мешаем. 30 лет, и я не жалею своих денег. Туру-туру-ту-ту. Нет? Бля, не знаю, что-то прям, ну, не вкатило. Вообще прям не вкатило. Ну, у меня даже нет желания это проскипывать. Вова, привет. Чатку. У меня брат начал... Типа, работа сильная, но не мое, скажем так. Буду рад любому что, ответу. Помочь с продвижением? Да похуй. Хорошего вечера.